Друзья, всем привет! С вами фэшн-вектор дизайна, я Чайковская Екатерина. Я вам хочу показать наши книжечки, которые у нас есть в наличии. И не знаю, сможем ли мы дальше их поставлять в ближайшее время, но это то, что находится у нас на руках, и то, что мы готовы вам отправить, если вам эти книжки нужны. В основном это книжки по дизайну, которые я сейчас покажу. У нас есть книжки по конструированию, по технологии. Тоже они у нас есть на сайте. Ссылочку, естественно, вам дам. Давайте покажу, что это за книжки. Книжки очень интересные. В основном это зарубежная литература вся, которая актуальна для художников. Но это, наверное, вот наш топ. 4000 details. Я очень много раз показывала эту книжку. Сейчас просто пролистаем. Здесь именно большое количество рисунков и идей. Если вам что-то нужно, вы хотите что-то придумать, что-то такое особенное сотворить, то вот эта книжка станет незаменимым помощником, потому что здесь в одном месте собрали, ну, просто тучу всего. И если у вас там какой-то стопор, вы не знаете, что пошить, что нарисовать, конечно, она незаменима. На мой взгляд, она будет актуальна еще очень-очень долго, иметь ее в своей библиотеке. Ну, полезно всем. То есть здесь и как рисовать какие-то моменты, и просто какие-то идейные вещи, которые будут полезны. Такая книжечка. Есть они еще пока в наличии, так что можно ее приобрести. Книжка по нижнему белью и купальникам. Того же плана, что и предыдущая. Здесь просто очень большое количество разнообразных вариаций нижнего белья и купальников. Если там вы шьете, если вы что-то придумываете, создаете, то можно отсюда почерпнуть идеи, вдохновение, какие-то дизайны взять в работу. Она, собственно, для этого и собрана. Притом здесь нижнее белье, такое разное тематическое есть, более там вот кружевное такое утонченное, есть более спортивное. Здесь же есть и купальники, и пляжная мода. Так что вот здесь все это собрано. Как понимаете, книжка тоже будет очень долго играющий и долго еще будет актуально. Еще одна книжка по рисунку трикотажа. Начну ее с конца показывать. Здесь разобранные разнообразные трикотажные вязки, полотна и как их отображать, соответственно, в дизайне и в эскизе. То есть вот это все есть. Все это очень здорово и красиво. Очень наглядно показано, да, вот вязка, соответственно, изображение, как это на эскизе. То есть именно для тех, кто вяжет, это будет, ну, подспорьем. Либо тем, кто занимается дизайном трикотажных изделий, здесь тоже все вот это вот показано. Color and Fashion Illustration, одна из моих любимых книг, наверное. Здесь по материалам собраны примеры, как что рисовать. Как рисовать маркерами, как рисовать акварелью, как рисовать цветными карандашами, как рисовать акварельными карандашами. И вот здесь очень-очень много техник показано, рассказано, объяснено, как все делать. В общем-то, на мой взгляд, очень классная книжка. Именно вот по рисованию, если вам это актуально, она вам, конечно, здорово поможет. Но начинается она с рисунка фигуры. Как и все книжки по дизайну, мы начинаем с человека, начинаем с фигуры. Вот тоже книжка для дизайнеров, как создать коллекцию. Для многих, кстати, актуально, если сейчас соберетесь заниматься дизайном, созданием бренда. Вот здесь, конечно же, вот по этапам показано не совсем именно бренд, здесь скорее больше про иллюстрацию. То есть я бы не назвала эту книжку созданием бренда от и до, но очень много всего интересного, полезного и вдохновляющего здесь в этой книжке вы найдете. А вот для тех, кто хочет именно бренд, есть книжка, она называется Fashion Design. Гид по индустрии и креативным процессам. Наверное, основной ее минус будет в том, что она на английском, и большинство процессов здесь изложено на английском. Но принципы, они все равно заложены. Здесь над ней работала такая международная команда. Здесь и трикотаж, и ткани, и все остальное. Поэтому очень она такая объемная и показана, ну, полностью вот весь процесс, который проходит вот, коллекшн-план, план того, как вы будете создавать свою линейку, что туда должно входить и так далее. Здесь все
разложено, как создавать портфолио, как паковать, как все в этой книжке есть. Очень хорошо она собрана. Еще одна классная книжка, тоже Fashion Sketching. Вообще, вот мне удалось собрать достаточно большую библиотеку этих книг для тех, кто вот занимается дизайном, рисунком. Я, в общем-то, этим горжусь. И надеюсь, что мы будем продолжать с книжками. Естественно, что все наладится, у нас будут поставки. Как и все книжки, все тоже начинается с фигуры, с движения, принцип контрапоста, объемы, работа с материалами. И вот планомерно показано, как работать с эскизами, как осуществляется их рисунок. Вот, то есть прям от наброска и вот планомерно, как художник работает. По сути, пошаговые мастер-классы. Вся книжка из этого состоит, то есть каждые вот модельки подробно рассказаны, показаны, объяснены для практики, для дизайна, для того, чтобы нарабатывать руку, прям берете и просто копируете, смотрите, как создаются те или иные эффекты, как рисуются там цветы, как делаются кружева и так далее. Вот здесь это все у вас наработается. Вы смотрите мягкие складки, с чего начинается, последовательно вы видите этот процесс. Еще одна книжка, это Polo and Fashion, она, кстати, очень большая по формату, она больше А4, почти А3. Вот. И здесь тоже очень она красивая, красочная, разобраны все материалы, с которыми вы можете работать, да, как что, зачем, какие есть там наконечники у маркеров, как ими пользоваться, там, как что сочетается, показаны там структуры, текстуры, и уже начинается вот такой детальная проработка, детальный рисунок. Никто не проходит мимо цветовых гамм, да, цветовой теории и так далее. Это все тоже нужно, это тоже все важно. Вот. И уже непосредственно рисунок разнообразных фактур, текстур, складок, меха, драпировок. Вот это, наверное, книжка для фэшн-иллюстратора будет очень актуальна. То есть для тех, кто хочет отражать какие-то вот такие элементы, здесь прям подробно показано и рассказано, как это все делается. Вот видите, достаточно сложные формы, достаточно сложные складки. Вот такие вот модельные девочки, да, они нереальных пропорций, то есть голова здесь ну, раз 10 точно умещается. Но это вот стандартные модные иллюстрации. То есть плюс сайз рисуют крайне редко или реальные пропорции. И тоже вот смотрите вариант, когда от начала до готового эскиза. Все эскизы разобраны поэтапно, понятно, как бы, что с ними делать и как формируется создание эскиза. Вот полноценные образы. Все здесь есть. И даже обувь. И есть еще мужчины. Мужчины, кстати, не во всех книжках есть, а про детей так это вообще отдельная история. Их днем с огнем не слышишь. Вот здесь тоже они их захватили. Вот. И тоже очень здорово. Смотрите, по возрастам показаны пропорции в этой книжке. Это тоже классно. Вот такие вот книжечки. Есть у нас еще книжки по конструированию. Небольшой объем остался. Ну, вот это, например, для конструирования, моделирования детской одежды. Здесь все очень подробно рассказаны. Есть этого же автора Антонио Данана книжка по аксессуарам. Вот такая. Вот. Так что пока мы в силах, имеем еще запасы и готовы порадовать вас хорошими качественными книгами. Приходите к нам в магазин, если вы в Москве, к нам можно приехать их посмотреть. А если вы в другом каком-то городе, мы осуществляем отправку. На этом все. Если появились вопросы, пишите мне, пожалуйста, обязательно в комментариях. И ссылочку я обязательно вам оставлю. Пока-пока!